Давай. Нет, конфет, не уж. Давай. Нету. Так, ну чё? А ты уже снимаешь? Да, снимай давно. Я, короче, ездил в магаз. Подожди, я выскажусь. У меня это пенсия 1200, это по уходу. Вот. 700 рублей на еду потратил, 500 отложил. Думаю, может, хоть себе, хоть, ну, может, хоть что-нибудь куплю. Правда, карандаш себе не могу купить для глаз даже, правда. Эмиль говорит, тебя так лучше не красить. Вот, я, короче, ну, в честь тебя подписчиков надо что-то вкусненькое готовить. Говорю, бери эти 500 рублей, ехай в это, в Пятерочку, тут недалеко. Анют, нет, конфет, давай. Ну все, не ругайся. Это, ехать тут где-то, ну, это, ну, минут 10, наверное. Вот. Короче, я сказала, потрать последние деньги. Я взял баранки, мне что-то захотелось. Сейчас, давай, Нюш. Ну, то сейчас одну пока съем. И Нюшке дай одну, пожалуйста. Отлично, ну. Иди, пожалуй, успокойся. Все, не смей так. Это, успокаивайся. Так, 44 рубля, тут ассорти, конечно, петрушка, укроп, лук. Почему ты ругаешься на Аньку? Она ничего не балует. Я не ругаюсь, а ничего. Так, батон 26 рублей. Так. Она любит просто конфеты, мягкая, очень сильно мягкая. Любит. Ей надо обязательно, чтобы были всегда конфеты. Она вся в шоколаде вымышется. Она очень любит конфеты. Вот такой вот майонез. Либо за 40, либо за 70, я чуть не помню. 74 рубля, что ли? 76. 76? Вот такой майонез еще. Угу. Это набор зелени там, да? Угу. Сколько такой набор зелени стоит? 40 рублей. 40 рублей вот это, да? Ой, 44. А помидоры, кстати, ты великолепные купил, Эмиль. Перчик я обрезала, огурцы тоже неплохие. Ну, а ты знаешь, кому? По 29 рублей. Спасибо, наконец, сынок. Они сегодня голодные, уже с утра мне душу вымотали. А, да. О, ну ничего, солнце, сейчас мое солнце. Мурка, это куда-то, это... Пропала. До сих пор нет. Вот Господь, правда, свидетель, мы ее в помине даже не прогоняли, даже пальцем никогда не обижали. Она в туалет ходит, все нормально. То ли она пошла в тот дом, где она жила раньше, ее там заперли. И она не уйти никуда больше не могла. Ну да, ну давай показывайте уже. Так, ладно. Три пачки крабовых палочек. Почем? 24. 24 рубля, да? Так, колбаска. Вот это по 22. За 20. Ну, годится для чего-нибудь. 38. Вот это. Так, на это бабе шампунь. Это баба давала на шампунь. Сколько же такое стоит? 100. Это что, у тебя от бабиных еще 100 рублей ты потратил, да, Эмиль? Она 200 давала. Ну иди, Милюш! Я тут шарю. Че? Сахаренок. А, сахар мы запасаемся, он подешевле. Вчера он Эмиль взял. Пригодится, я компоты люблю. Я вот это вчера варила, это клубничный. Так, здесь. Сейчас с бараночкой. Да. Вкусно. Бараночкой вкусно. Да, вот еще как-нибудь надо купить это, замороженное. Это. Да. Здесь... До автовокзала съездить. Да, там Пятерочка. Там что-нибудь такое, да. Там Пятерочка и только там, походу. Ты слишком близко стоишь, я прям не знаю, как тебя снимать. Давай вот с этой стороны. Режи, ну, сейчас мое солнце, сейчас на лужу. Да, картошку взял. Сейчас мой хороший, мой пушистый камчишка. Коробочку надо добыть ей. Картошку взял? Угу. Картошка там недорогая, да? Угу. Каких-то 40 рублей. Каких-то. 40 рублей. Так она 40 рублей пакет весь стоит или как? 40 рублей килограмм. Килограмм? А что ты говоришь? Она чуть мягкая какая-то, мягковата. И сразу такая, ну, какая-то дорогая. Ну, дороговато. Я думал, там падает по 19 рублей килограмм. Нет. А, она, наверное, розовая. Розовая, вот из чего. Нет, не мягковат, хороший картофель. Если розовый, конечно, она дорогая. Ой, ты проголодался, да, сынок? А я жрать хочу, да.
Делай бутерброд, живо. Сейчас, подожди, Илюш. Так, все, да? Так, да, у меня вот колхота, суета. Вот они. Я вот яйца отварила сейчас для чего-нибудь, для салата какого-нибудь. Подожди, Милюш, подержи вот. 5 секунд. Вот они, 656 рублей. Вместе с шампунем. 656 рублей? Да. Ой, ну это как ее? У бабы спроси, у нее там мелочишки нет какой-нибудь рублей 20 там? 2. 22 рубля. И 650 на вместе с шампунем и едой. Это, подержи, я покажу, что я там готовлю, сынок. Сейчас. Бурека баранка. Подожди, сейчас. Так, у меня что тут? Сейчас я плитку включу, подожди. Колхота, суета. Так, сейчас. Все. И у меня на печке просто стоит томиться. Ты что торопишься? Ты торопишься-то? Куда я тороплюсь-то? Ладно, я сейчас на плитку пока поставлю. Вот, в общем, я тушу тут ножки, две морквы, большой лук, розовый. Вкусной солью посолила. Сейчас я помешаю. А вкусной солью смешанной с орегано, который я делала? Ой, подожди, сейчас добавим, как она называется, хмели-сумели. А она к курице подходит необыкновенно. Это я не в первый раз готовил. Мам, возьми тут бараночек. Хмели-сунели, курица, это волшебство. А, сюда. Угу. Это правда, кстати. Хмели-сунели, курица, великолепно. Подходит, тут еще осталось очень много. Так, сейчас завернем. Так, сейчас я помешаю. Вот так. Сейчас. Куда ты торопишь? Это она на печи томилась. Вот. А теперь сейчас она на сильном огне. Теперь она сейчас начнет как бы поджариваться. Такая, знаешь, как вот такая станет, как мармеладная. А можно еще капельку с тех сторон? Подсыпать еще хмель-сунель? Да. Так любишь? Конечно. Сейчас. Всю всю пачку. Нет, всю пачку это уж мало ли для чего приходить. Еще. Зачем? Да я еще куплю. Конечно. Она очень ароматная, очень. Сейчас будем какой-нибудь салат делать великолепнейший. Мы сделаем кукурузу. Ой, крабовый. Сейчас мы все там запасим. А, блядь, прям пишут, мам. Крабовые палочки, скобка, имитация. Ну, естественно, а что ты хочешь? Ну, все иногда ну, хочется. Хоть напрямую пишут, то, что это имитация. Нет, я знаю, что это. Одно свойское не проешь это. Мам, все равно все хочется. Нет, хорошо, что пишут, что это имитация. Сейчас же закон какой-то вышел, то, что надо подписывать натурально, не натурально. Ну да, не обманывают, да. Все правильно. Да, на камеру. Так. Сейчас я еще хвистану. Компот. Поздоровайся, если хочешь. Всем привет. Тебе привет там тоже передают. Надо сказать, всем передаю привет. Она очень стесняется. Объедение? Конечно. Баранки, дай Аньке еще баранка. Сейчас баба возьмет. Мам, иди баранки возьми, Аньке, они вкусные. Уж прости, конфеточек, это никак нет возможности. Тоже. Мам. Мне не надо пока. У тебя есть пока? Есть. Возьми бараночек немножечко. Так, ну что? Иди это. Хорошо, вот. Я еще 3 беру и 3 тебе. Все. Так, надо две тебе, потому что я уже их много. Мне тут. Одну хватит, Милюш. Я их уже съел 4 штуки. Милюш, но... мне одну хватит, мне сейчас не до этого, пожалуйста. Кушай на здоровье. Кушай, да-да, кушай. Да-да, делай пока буду. Сейчас буду делать. Я хочу, чтобы ты кожу покормил. Сейчас. Я хочу еще раз клавиатуру показать, как она в темноте. Иди, я к искам наложу, Милюш. Так, давай. Я тороплюсь, вот видишь как. Мой бич. А что ты торопишься? Полить им тут еду не доедают. Подождите. Сейчас бульон один похлебаешь. Сейчас наложу. Пока мы ее держим. Харе, она все равно. Ух, рычит.
А где черныш-то? Не трогай, не трогай. Иди. Успокойся только. А где черныш-то? Мурки точно нигде нет, Эмилюк? Майя смотрел, звал. Она здоровая, не могла она нигде, ничего такое. Это, и она не отходила вообще-то от дома, что такое-то хоть? Приключилась, может, загуляла. Как загуляла? Она вроде, по-моему, гуляла. Да не могла еще раз гулять. Куфель, 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 куфель. Фуфель! Эмиль, не ори, пожалуйста, я не люблю. А вот где этот фуфель-то? Такой вот, когда ты орешь. А где фуфель-то? Черныш, что ли? Да, да. Не знаю, где он. Черныш, вот. На улицу выскочил. Не мог, я закрыл дверь. С когда этими кошками, ох. На, поснимай. Рижин вся в корме, вон испачкался, теперь отмываться. Зато нажрёвался на коне. Ой. Чё ты торопишься-то? Что диалог? Сейчас я хоть это... Мне руки хоть обмыть, Эмилюш, тут вода горячая. У меня кастрюлю грязную, не домыла одну кастрюлю. Посуду с утра мыла, казан, там чашки, все отмывала. А кастрюлю одну не домыла. Сюда горячей воды налила. Ой, сейчас пройду. Черныш, у тебя? Ну ладно, всем пока. Может, он спит у тебя в кресле где? На кресле ведь, по-моему, да. Фуфель. Черныш, здрасте, Черныш, вас звали. Вставай, сержант. Сержант, подъем. На работу пора. Иди жри. Он не ест, когда дамы едят. Не надо так, Эмиль. Кушай, Черныш. Эмиль, больше так не надо, так всем нет. Всем достанется, не переживай, он не съест ведь это все. Можно бы ее просто рукой отогнать. Я одной рукой ем, одной рукой камеру держу. А, у меня нету еще четверых рук. Ой. Всем ну пока. Все, сейчас я буду там готовить суперсалат какой-нибудь. Всем пока. Сейчас окорочка потушится, хмельцунель. И сейчас буду готовить какой-нибудь салат. Всем пока.